Всем привет, с вами Екатерина, добро пожаловать на мой канал. И сегодня хочу показать вам свой заказик из интернет-магазина Nails Bar. Пришло мне все это вот в таком конверте, как вы можете видеть. И заказывала я слайдеры для дизайна. Узнала я об этом магазине из Инстаграм. По фото девочек. Очень мне понравились их дизайны. И поэтому я тоже решила заказать. И давайте сейчас буду вам показывать, что же я такого назаказывала красивого. Во-первых, это вот такие вот замечательные совята. Разных, видите, размеров. Большие и маленькие. Каждый слайдер вот так упакован. Аккуратно в отдельную упаковочку. Заказала еще вот такой, очень красивый. Видите, нужно самим вырезать. Очень здорово, мне кажется. Следующий. Вот такие классные цветы. Здесь уже есть номерок. Это F820. 803. Вот такие цветочки. Из летней коллекции я заказала. Это новинка была. Вот такие классные. Смотрите, какая прелесть. Вообще шикарные. И это номер L05. Также мне очень понравился вот этот вот слайдер. Это птички. Посмотрите, какая красота. Причем, вы знаете, цена у них такая вполне демократичная. Ссылочки я вам оставлю на сайт, посмотрите. И вот это фольгированный слайдер. Я заказала зелененький. Вот такой красивый. Очень круто. Мне кажется, на Новый год будет очень здорово такие вензеля. Номера у него нет, но, в общем, в разделе с фольгированными его можно найти. Также мне еще положили подарочки за мой заказ. Мы списывались с Евгенией. Евгения – это владелица магазина nailsbar.net. И Женя мне прислала вот такие вот красивые слайдеры. Зеленые. Вот такие цветочки. И еще вот такую одну упаковочку. Женечке, конечно, огромное спасибо. Вообще столько подарков. У меня, конечно, заказик такой не маленький получился, но все равно очень приятно получать подарки. Еще вот такие. И вот такие. И, собственно, вообще ради чего я стала делать заказ. Слайдеры, конечно, это очень хорошо, но основная моя причина заказа – это вот этот вот реаниматор кутикулы, как он называется, спасатель кутикулы. О нем я тоже узнала в Инстаграм. Девочки очень хорошо отзывались. Это средство ручной работы. Приходит вот в такой коробочке. И мне пришел апельсиновый. Есть различные ароматы. Состав у этого спасателя: витамины А и Е, депантенол, воск пчелиный, масло зародышей пшеницы, масло ши,
В общем, замечательный состав. Я раньше много использовала и бальзамов, и различные воски использовала, вы знаете. Но у меня очень часто сохнет кутикула. Вот этот же спасатель, он очень-очень классный. Видите, я им уже пользуюсь активно. Он вообще просто суперский. То есть вот так вот под воздействием тепла он тает. Получается такой, как бальзамчик. Вот, и мы наносим его на кожицу вокруг ногтей. Можно и в ногти втирать тоже, конечно же, его. Вот, и очень-очень классно. Приятно пахнет апельсином с шоколадом. Именно с шоколадом он пахнет, не чистый апельсин. Вот, но я очень вам советую. С удовольствием пользуюсь и еще буду заказывать. Так что, девочки, у кого проблемы с сухой кутикулой, особенно лакоманьяки, которые, как я, часто перекрашиваем свои ногти и жидкостью для снятия лака, в общем, сушим свои ноготки, кутикулу, то я вам очень рекомендую, присмотритесь. И он недорогой тоже. Честно, не могу вспомнить сейчас, сколько стоит, но недорого совсем. Вот, на этом все. Вот такой небольшой обзорчик. Небольшой заказик, но надеюсь, что вам было интересно посмотреть, и вы для себя что-нибудь полезное тоже узнаете. Ссылочку на сайт и на Инстаграм, на всякий случай, Nails Bar, я вам оставлю. Переходите внизу в инфобоксе и смотрите. На этом все. Ставьте лайки, если видео понравилось, мне будет очень приятно. Пишите комментарии, задавайте вопросы, я обязательно на них отвечу. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Пока-пока!